Смотрите далее, что продается в самом модном магазине Парижа. Находимся в самом стильном магазине Парижа. Это концепт-стор Колет. Здесь собраны самые модные стильные вещи на сегодняшний момент. За выбор всех вещей в магазине отвечает Сара Полин, дочь Колет Руссо, основательница концепт-стора. За день до нашей съемки в Колете ей вручали награду в парижской мэрии, где нам удалось с ней пообщаться. Как родилась идея создания Колет? Мы хотели создать место, где объединились бы мода, музыка, дизайн, искусство. Мы задумывали Колет как место, куда бы хотелось прийти в любое время суток. Тогда это было совершенно спонтанное решение. Но в итоге сейчас нам 11 лет. Вы будете открывать Колет в других городах? Нет, мы предпочитаем оставаться в Париже. Иногда мы открываем временные магазины в Нью-Йорке или Токио, но Колет останется только в Париже. Я фанат компании «Le Labo». Впервые я посетила ваш магазин в Нью-Йорке. Там я купила духи тубероза, разработанные специально для актрисы Кирстен Данст. У вас в Колет есть какие-нибудь уникальные ароматы? Для нашего магазина мы специально создали аромат «Ваниль 44». Автор – великий современный парфюмер Альберто Мариа. Он считается большим знатоком запахов. Главные ноты этого аромата – ваниль и мандарин. Создатели парфюмерной марки «Le Labo» – Эдуард Раши и Фабрис Пино. Проработав несколько лет в концерне «Лореаль», они решили произвести революцию в мире духов. Лучшим парфюмерам планеты было поручено придумать 10 запахов, каждый из которых воспроизводил бы всего одну ноту. Скажем, туберозу или ирис. Но в каждом флаконе сотня разных ингредиентов. Раши и Пино бросили вызов всей парфюмерной индустрии, когда духи продаются миллионными тиражами и распространяются везде, вплоть до супермаркетов. Вместо тотального маркетинга они предлагают невозмутимую простоту. Насколько я знаю, все духи вы создаете моментально, в присутствии покупателя. В этом их уникальность. Пожалуйста, запакуйте для меня этот аромат в емкость 50 мл. Сейчас я делаю для вас этикетку. Меня зовут Дарья. Вот в такие картонные коробки упаковывают любой запах от Le Labo. Здесь написано «Грасс, Нью-Йорк». Грасс – это маленький город на юге Франции, мировая столица парфюмерии. В Нью-Йорке открылся первый магазин марки Le Labo – самой стильной и креативной парфюмерии на сегодняшний день.